Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 85-м году ушел из жизни французский актер Франсуа Флоран, Франсуа Флоуранд. Об этом сообщает France-Info со ссылкой на дирекцию театральной школы Каурс Флоуранд, основанной артистом в Париже в 1967 году. Причина смерти не называется. Франсуа Флоран, настоящая фамилия, Эйхгольд Сейер, родился в 1937 году в Мюлузе. Окончил театральную школу и консерваторию драматического искусства. Сниматься начал в 1960-е годы. Известен по роли доктора де Авриньи, семейного врача Вильфоров, в сериале 1979 года по роману «Граф Монте-Кристо». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.